Слушаемся. Алло, Максим Николаевич? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Блокнот Воронеж, к вам вот по важному вопросу, буквально несколько секунд. А подскажите, а вот Галина Михайловна сейчас работает у вас в администрации, Майстренко? Галина Михайловна работает в администрации. А как вот информация была, что она вроде как на пенсию вышла, проводили? Я не знаю, откуда у вас такая информация. То есть на пенсию ее не отправляли, да? Она как работала, так и работает. Не готов общаться с вашими данными, извините. Почему? Нет или да? Вопрос простой же. Вы же знаете, что по телефону нельзя сейчас отвечать слово «да». Ну, тогда скажите, что она у вас работает на пенсии. Она у меня работает. Все. Она работает в администрации, в муниципальном районе. На пенсию она не выходила? Она была на больничном.